видео смотрится. На русском ютубе есть два человека, которых я смотрю. Это Ян Топлес и Мармок. Больше я из русских никого не смотрю. Это единственные люди, контент, кого мне нравится. Яночка, 200 рублей, привет, я тебя видела 15 дней назад. Ты гулял с Марти, но ты перешел через дорогу на красный свет. Я нет! Это что за вранье перед 40 тысячами людей? Я не перехожу дорогу на... Поэтому не успела сфоткаться, а идти не варик. Вот, на красный свет дорогу переходить не надо. И подходить ко мне на улице можно всегда, но желательно не тогда, когда Марти какает. Он покакал, так после этого можно, во время этого не надо. А то как бы я держу Марти, держу поводок, он куда-то какает в кусты, ко мне кто-то подбегает, можно сфоткаться? Я говорю, собака-то срет, и, ну, типа, мне же надо контролировать процесс.